Завтрак готов, мсье. Идите к черту со своим завтраком, Олбинет. Я веду корабль через узкость. Мы в Магеллановом проливе. Ну так бросьте якорь, мсье, а то завтрак остынет. К черту, Олбинет, к черту. Меня зовут Анри. Мсье, каждый раз, когда вы пишете новый роман, вы начинаете путать мое имя. А? Так это же большая честь быть прототипом литературного героя. Честь. Я прочитал вашу последнюю книжку. Этот тип, которого вы нарисовали с меня, мне совсем не понравился. Довольно недалекий малый. Разве? Мне бы не хотелось выглядеть посмешищем. Осмелюсь доложить, у меня есть невеста. Но она, правда, не читает книжек. Но мало ли, что скажут злые языки. Ну, хорошо, хорошо. Хорошо. Я обещаю, что в новом романе вы будете выглядеть настоящим героем. Совершите уйму подвигов и погибнете, как храбрец. Мне не нравятся такие шутки, мсье. Даже если они проделываются с моей копией. Не обижайтесь, Анри. Я подумаю, как с вами быть. Так что передать зайчьему рагу? А у нас сегодня зайчий рагу? Да. А, ну, передайте ему, что я сейчас приду. Вот как раз то, что нам нужно. Спасибо. Я вас часто вижу тут. И вижу, что вы знаете толк в книгах. Я могу предложить вам вот эту. И уверяю вас, что вы получите бессонную ночь. Вы улыбаетесь. Но спросите любого парижского мальчишку, знающего грамоту, он скажет, весь Париж зачитывается романами Жюль Верна. А кто он этот Жюль Верн? Как вы не знаете, кто такой Жюль Верн? Жюль Верн — это знаменитый путешественник. Он объехал весь мир, и вы знаете, он даже спускался в кратер действующего вулкана. Стало быть, он описывает то, что видел. Это-то и подкупает в его сочинении. Детали, подробности, которых нельзя придумать. Вряд ли это можно сказать о книге, которую вы держите в руках. Или автор сидел и в том снаряде, который отправился с Земли на Луну. Значит, вы читали эту книгу? Правда. Вы придираетесь, месье. Ну, какой же парижанин откажет себе в удовольствии чуть-чуть приукрасить свой рассказ? Я слышал, что Жюль Верн из Нанта. Боже мой, Нант, Париж. Все это вместе называется Франция. А Жюль Верн – настоящий француз. Этим все сказано. Ну, ерунда. Ну, никакого Жюль Верна не существует. Что? Под этим псевдонимом работает целое географическое общество. Ну, что ты говоришь, Поль? Ну, как-то можно, не существует. На этом основании можно отрицать и Господа Бога. Только потому, что он сделал очень много. Жюль Верн существует, поверьте мне. И скоро он нас порадует новым романом, который называется «Капитан Грант». Кто это, капитан Грант? Кто такой капитан Грант? Это знаменитый английский пират. Сказочно богатый тип.
Будьте здоровы. Право, Поль, ты меня удивляешь. Ну как это все там выдумал? Абсолютно достоверное сведение. Ну сам подумай, может ли один человек успевать столько писать? А знаете, с кем вы сейчас разговаривали? Самим Жюль Верном. Да не может быть. Слушайте, а кто из них Жюль Верн? Вот этот, высокий и худой, с лицом, обветренным дальними странствиями. Вот вы и знаменитый, мой друг. Благодаря вам, месье. Нет. Мне лишь посчастливилось вставить в оправу драгоценный камень, имя которому Жюль Верн. Так что благодарите свою ясную голову и редкое трудолюбие. Но вам надлежит выдержать нелегкое испытание. Испытание славы. Это испытание для лентяев. Но для меня праздность — пытка. Только труд — источник единственного и подлинного счастья. Так уж устроена жизнь. Одни делают вино, другие пьют его. Вот и писатель. Он выращивает виноград и производит из него вино, а читатель пьет его. Хотел бы я взглянуть на ваш виноградник, Жюль. Скажу без ложной скромности, он огромен. Я задался целью написать 100 романов. Осторожнее, Жюль, вы побьете все рекорды плодовитости. Плодовитость. Вот добродетель, которую не признают слабосильные. Я работаю, как ломовая лошадь, и если отдыхаю, то в своей упряжке. Я напишу 100 книг. Хорошо. Или хорошо, я не Жюль Верн. Хорошо. Но вернемся к нашему 5-му роману. Ну что, добрались Гленорман и его друзья до Патагонии? Пока нет. Они не торопятся. Торопиться им незачем. Хотя бы потому, что Патагония и завтра будет там, где была вчера. Сейчас Дункан тут, в проливе Магеллана. Америка. А где же Патагония, господин Паганель? Это и есть Патагония. Так называется южная часть американского материка. А там, на юге, огненная земля. Где? Где, господин Паганель? На этом берегу Патагония. А все, что на южном берегу пролива, называется огненной землей. Смотрите, господин Паганель. Там разбитый корабль. Где? Где, где? Нет. Если это даже судно, то не Британия. Капитан Грант точно указал широту кораблекрушения. 37 градусов 11 минут. Вот так оно и есть. Это верхушка подводной скалы. А где же мы находимся? А мы находимся на широте 52 градуса 37 минут. Вот, пройдем пролив, выйдем в океан и вдоль западного побережья Америки поднимемся до 37-й параллели. Подумать только, великий Колумб даже не подозревал,
что он открыл новый свет. Почему? 4 раза он приставал к Америке у различных берегов. Притом считая эти берега китайскими или японскими. Увы, Америка даже не унаследовала его имени. Кто же первым догадался, что Америка – это Америка? Магеллан, по пути которого мы плывем. В 1520 году на своем судне «Тринидад» он первым прошел через этот пролив. Ах, какую он должен был почувствовать радость, когда перед его глазами, сверкая под лучами солнца, раскинулось новое море. Вот оно! Океан! Тихий океан! В конце сентября пассажиры Дункана искали следы крушения Британии у берегов Южной Америки. В районе 37-й параллели. Паганель, я рассчитываю на вашу проницательность. Не ошибочно ли наше толкование документа? Логичны ли дополненные нами слова? Разве слово «Патагония» не бросается в глаза? А слово «индейцы»? Разве оно не говорит о том, что потерпевшие крушение попали в плен к индейцам? Последний вывод кажется мне неправильным. Что вы хотите сказать? Я хочу этим сказать, что капитан Грант уже в плену у индейцев. Но этого не может быть. Вместо того, чтобы читать «станут пленниками», нужно читать «стали пленниками». И почему не может быть? Нет, это невозможно, мой друг. Но пуркуа? Бутылка могла быть брошена только тогда, когда корабль разбился от скал. А почему потерпевшие крушение не могли это сделать после того, как индейцы увели их вглубь материка? Да потому что, дорогой Паганель, чтобы бросить бутылку в море, надо быть у моря. Или за отсутствием моря у рек, впадающих в него. Так вы думаете? Я думаю, надо следовать вдоль 37-й параллели до той точки, где эта параллель уходит в Атлантический океан. Смотрите, вот Рио-Негро, вот Рио-Колорадо. Любая из этих рек свободно могла унести в море бутылку с документом. А если наши друзья там томятся в плену и ждут избавления, можем ли мы обмануть их надежды? Если мы на нашем прямом пути не встретим следов капитана Гранта, двинемся по 37-й параллели, дальше за океан. Да. Мой отец там. И мы найдем его, мой мальчик, где бы он ни был. Господин Паганель, как мне благодарить вас за вашу самоотверженность, которая подвергнет вас стольким опасностям? Опасностям? Кто здесь сказал слово «опасность»? Не я. Итак, решено. Мы отправляемся и немедленно. Кто же пойдет? Ну, через Анды придется идти пешком, значит, только мужчины. Я думаю, пойдет лорд Гленнерван. Майор Макнапс, он никому не уступит свое место. Ну и ваш покорный слуга Жак Паганель. А я? Роберт. А почему бы нет? Юноши закаляются в путешествии. Милорд.
Если вы не хотите потерять верного слугу, возьмите меня с собой. Лучше проглотить индейскую стрелу, чем держать этот вечный ком в горле. Меня мутит от одного вида палубы. Позвольте мне еще раз ступить на твердую землю. Ну что ж, я не против. И в Вандах, и в Пампасах нам надо будет заботиться о своих желудках. Никто лучше Олбинета этого не сделает. Что же с вами делать, Олбинет? Только вам придется научиться держать в руках не только половник, но и ружье. Эту честь надо любезно предоставить майору. Я мечтаю быть его учеником. Ну что ж, Олбинет, обещаю научить вас обращаться с оружием так же легко, как вы обращаетесь с кастрюлями. Но не даром. В обмен на вкусные завтраки и обед. Буду стараться, господин Макнапс. Итак, Дункан должен ждать нас на Атлантическом побережье. Да, между мысом Корриентес и Сан-Антонио. Значит, меня вы не берете? Дорогой Джон, мы оставляем на яхте самое драгоценное, что у нас есть. Наших пассажирок. Мы с Мэри остаемся. Элен, разлука будет недолгой. Да, я понимаю вас. К тому же это даже не путешествие. А что же это? Так, обыкновенная прогулка. Если хотите переход, и мы совершим его, как совершают путь земной. Все честные люди под благородным девизом «Трансире бене фациендо». Идти, творя добро. В конце октября путешественники впервые вступили на землю Патагонии. Им предстояло перевалить через высокую цепь Кордильер и далее пересечь всю Южную Америку по 37-й параллели. Ajudar a uma pessoa. É preciso ajudar a uma pessoa. Os filhos do Capitão Grant. Cadeia de montanhas. Cadeia de montanhas. Cadeia de montanhas. Oye, los mulos están cansados. Bueno, esperaremos la noche. Es preciso ayudar a una persona. Что за язык? Звучный, гармоничный, будто вылет из металла. Эй, сеньор! А ты онди? Кадея? А ты онди? Кадея де монтаньяс? No lo entiendo. ¿Vos comprendes? No, no lo entiendo, señor. Паганель, как ваши успехи в испанском? Отлично, милорд.
Но наши друзья говорят на аурукуанском наречии. Они меня не понимают. Вы, кажется, не верите в мои лингвистические способности, господин Макнапс? Не поставлю и шотландского фунта. Ну что ж, посмотрим. Когда мы перевалим Анды и встретим человека, говорящего на истинном языке великого Колумба, я вам докажу, что вы ошибаетесь. Пари! Пари! Ставлю свою подзорную трубу фермы Секретан против вашего карабина Пур де Мор и Диксон. Я правильно назвал? Согласен. Ну, майор, больше вам не придется убивать фазанов и лисиц из вашего карабина. Разве только я вам его одолжу. Паганель, дорогой, если вам понадобится моя подзорная труба, она к вашим услугам. Милорд, будете нашим судьей. Один лежит к северу, другой к югу от 37-й параллели. А вы можете предложить другой? Я имею в виду проход Антуко. Он идет по склону потухшего вулкана под 37 градусом 7 минутами южной широты. То есть почти на нашем пути. Вы знаете этот проход? Это едва заметная тропа. Пастухи-индейцы обычно перегоняют по ней скот. Высоких склонов. Ну что ж, друзья, там, где проходят стада, пройдем и мы. Тем более этот проход ведет нас по прямой линии. Мне кажется, нет нужды так точно следовать 37-й параллели. Не всякий кратчайший путь есть прямая. Мы считаем, что капитан Грант в плену индейцев. А индейцев мы можем встретить только в Пампасах. Стало быть, через кордильеры мы можем идти любым удобным для нас перевалом. Что вы на это возразите, Паганель? Пусть возразит сам капитан Грант. В его записке широта указана с точностью до минуты. Я бы не уклонялся от нее ни на полградуса. Только так, проходом Антука. Если мы даже не найдем капитана Гранта здесь, в Андах, то нам не в чем будет упрекнуть себя. Мы сделали все, что могли. Я согласен с Паганелем. Представьте себе, мой почтенный друг, что еще несколько лет назад в этих пустынных местах творилась настоящая золотая лихорадка. Да? Один чилийский крестьянин нашел в этой маленькой речушке слиток величиной с кулак. Сеньор знает эти края? А? Разумеется. Каким образом? Путешествовал здесь в кресле. Thank you.
Эй, эй, vamos, vamos. Подожди, пока мы не потянем берем. Слыхивал о такой речке. Ручаюсь, она не обозначена ни на одной карте мира. Да? Тогда надо дать ей название. Правильно, малыш. Речка без названия – это как человек без имени. Только как мы ее назовем? Рио... Рио-Глазго. Рио-Глазго. Красиво. Рио-Глазго. Пусть все узнают, что здесь когда-то прошли отважные шотландцы. Мне кажется, малыш, ты станешь великим путешественником. Кажется, я вижу проход Антуфо. Вот это седло перевала, да? Правый, сеньор, это он и есть. Да-да. Вот перевал. Да, Кондор, мой мальчик. Кондор. Царь Кордильер. Сеньор! Сеньор! Что там, Хосе? Видите? Там! Где? Вон, видите то облако? Что пасса, Хосе? Памперо? Си. Памперо! Что там, Эдуард? Памперо? А что такое памперо, господин Паганель?
Неприятная вещь, мой мальчик. Очень холодный юго-западный ветер. И нам придется испытать его на себе. Перевал там. Значит, мы в проходе Антука? Да. Но животные дальше не пойдут. А люди? Люди есть люди. Что будем делать, друзья? Решайте быстрее, ибо вот-вот начнется Памперо. А в чем, собственно говоря, дело? Нужно перевалить через хребет. Вершины уже видны, а с той стороны мы легко раздобудем аргентинских лошадей и проводников. Так вперед же и без колебаний. Прощай, амиго! Аргентина!
Паганель! Я нашел прекрасное место для ночевки. Спускайтесь сюда. Эдуард, здесь удобная расщелина. Ночую. Обинет. Чашечка горячего чаю никому бы не помешала сейчас. Так точно, сэр. Не помешало бы, но где добыть огонь? Под снегом должен расти сухой лишайник. Из породы льяретта... Из породы дров, вы хотите сказать? Ну что ж, друзья, за дело! Что это? Лавина.
что случилось? Через нас прошла лавина! Все живы? Что вы там ищете, любезный Пагане? Не потеряли ли вы мою подзорную трубу? Трубу? Нет, труба при мне. Надеюсь, она при мне и останется. А вот очки. Очки? Да. Очки. О, Боже, какое несчастье. Очки. О, да нет, их уже не найдешь. Ну, хорошо, что я чрезвычайно предусмотрителен. У меня всегда есть запасные очки. Где Роберт? Как, где? Роберт! 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 Со мной! Он поднялся наверх! Роберт! 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 Я же видел, как он поднялся наверх! Надо спуститься вниз и обыскать весь склад. Пойдемте. Роберт! Роберт! Почему вы решили, что он внизу? Ну, а как же? Мы были в яме. Нас засыпало снегом. А он оказался на склоне, и его могла... Роберт! Унести вниз! Роберт! Роберт! И хорошенько обыскать склон. Только бы он был жив. И мы найдем его. Что это будут за поиски капитана Гранта, если они стоили жизни его сыну? Смотрите! Кто стрелял? Кто это? Thank you.
Это ты стрелял? Отличный выстрел. Испаньол? Индио. Индеец? Замечательно. Ну что ж, Паганель, дело за вами. Ну, айдаки, сие прес несесарию аюдар Рауна персона. Меус, амигос, аградясен ле, сеньор. Месье Паганель, может быть, вы неправильно произносите? Ну да, произношение дьявольское. Ну, тогда попробуем иначе. Сын Дувида, он потагал. Тиземе, вас компрендейс? Но компренду. Ну, пусть меня повесит, если я понимаю, что происходит. А знаете что, мой ученый друг? Может быть, вы что-нибудь перепутали благодаря своей бесподобной рассеянности? Вы слишком много позволяете себе, майор. Так почему же вы его не понимаете? Да потому что этот туземец очень плохо говорит. А вы считаете, что он плохо говорит только потому, что вы его не понимаете? Ну, пожалуйста, я сейчас вам покажу книгу, по которой я ежедневно изучаю испанский язык. Пожалуйста. Что это? Это Лузиады, поэма великого Камоэнса. Камоэнс? Да. Пожалуйста. Несчастный друг Паганель. Камоэнс португалец. Вы уже 6 недель изучаете португальский язык. Португалец? Отправиться в Индию, а оказаться в Патагонии, изучать испанский язык, а выучить португальский. Знаете, если дело так дальше пойдет, то в один день вместо того, чтобы выбросить через окно сигару, я выброшу сам. Шутки шутками, но мы остались без переводчика. Друзья, не отчаивайтесь. Испанский и португальский столь похожи, что, как видите, я мог их даже перепутать. Но я думаю, что с помощью этого достойного патагонца скоро я буду знать 2 языка. Ну что ж. Ставлю свою подзорную трубу. Так, против? Черт, у меня уже ничего, кроме очков, не осталось. Хорошо, пускай будут очки. Дело ведь не в них, а в принципе. Но предупреждаю, что на этот раз вы проиграете, майор. Посмотрим. Ну, хорошо, друзья. А сейчас прибегнем к языку жестов. Я Жак Паганель. А ты? Не-не-не-не-не-не. А ты, это я, Жак Паганель. Он майор Макнапс, лорд Гленнерван, Роберт, а ты? Я индио, португез. Не-не-не, я не португез, я француз, я просто изучал португальский язык. Паганель, Макнапс, Талькав. Талькав, очень красивое имя. Браво. Спасибо, сеньор. Большое спасибо. Vamos. Y vamos al chico. Он говорит, что надо Роберта снести вниз. Mi caballo abajo. Caballo. А, лошадь. Он говорит, что хорошо, если бы у нас была лошадь. Паганель, дорогой, вы опять ничего не поняли. Талькав говорит, что его лошадь ждет внизу. Хм, как-то вы поняли, что лошадь ждет его внизу? Ну, посмотрите. Штаны индейца подшиты кожей и лоснятся от лошадиного крупа. А на обуви следы от стремян. Значит, сюда он приехал верхом. Да, да, правильно. Какие куда? Здесь лучше. Ну, как ты себя чувствуешь, Роберт? Талькав. Я смогу идти сам. Да. Ну тогда попробуй встать. Попробуешь?
Давай. Так. Давай. Ну как, кружится голова? Молодец. Браво, Роберт. Таука. Таука? Буэн кабаю. Таука. Таука. Надо немного потерпеть, Роберт. Ты же мужчина. Эта трава по латыни называется апиум грабиоленс. А по-нашему сельдерей? Паганель, да вы просто книга мудрости. А я есть книга, только надо уметь ее читать. Меткий выстрел! Майор! Джунгли! Настоящие джунгли! Паганель!
дружище, я поднимусь на поверхность земного шара! Как же вас сюда ударастило? Очки! Где мои очки? Я найду! Да, Паганель, можно сказать, что вы легко отделались. Прошу вас, друг мой, не отклоняться с тропы. Неизвестно, как настроено к чужеземцам это племя, охотники которого поставили тут ловушку. Но, милорд, этот лес просто кладезь для естественного испытателя. О, благодарю. Вы заставляете меня от всей души желать, чтобы майор выиграл ваш новый спор. Отсутствие этого драгоценного инструмента наверняка умерит ваш пыл. Должен вас огорчить, милорд. Но мои успехи в испанском языке налицо. Tengo! Éxito en español! No es así, talca! Sí, señor. Привал! Descanso! Sí, un lugar cómodo. Thank you.